Конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Борат Станислав. Мне 9 лет. Иван Захарович Суриков. Зима. Белый снег пушистый, в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. И под утро снегом в поле забелело, точно пеленою всю ее одела. Темный лес, что шапка принакрыла чудо, и заснул под нею крепко непробудно. На божьи дни короткие, солнце светит бурно. Вот пришли морозы, и зима настала. Труженик-крестьянин вытащил санишки, снеговые горы строят ребятишки. Уж давно крестьянин ждал сыну и стужи, и избу солобой он закрыл снаружи, чтобы в избу ветер не проник в ущелье, не надули снега, вьюги и метели. Он теперь покоен, все кругом укрыто, и ему не страшен злой мороз сердитый.